проявили силу духа, смекалку и навыки выживания. Нефтеюганские школьники приняли участие в ежегодной школе безопасности. Основная цель мероприятия – обучить детей действиям в различных экстремальных ситуациях. Юные нефтеюганцы в течение нескольких дней проверяли себя на знание основ безопасности жизнедеятельности. В этом году участие в соревнованиях приняли 12 команд, по 8 человек в каждой. Организаторы моделировали такие ситуации, где ребята могли действовать сообща. Первым испытанием для подростков стала сдача нормативов ГТО. Среди дисциплин – прыжки в длину, подтягивания, сгибание рук в упоре лежа и наклоны вниз с прямыми ногами. Следующий этап – от сотрудников МЧС. В формате эстафеты участники проходят полосу препятствий, передают палочку, пожарный рукав и сбивают мишень. Последнее задание – спортивное ориентирование. Здесь молодые люди проявляли свою выносливость и смекалку. Сразу бегите. Так, все, по дороге вперед. За минуту до старта им выдается карта. Вот. И по карте они уже ориентируются. В данном случае у нас сейчас ориентирование по выбору. То есть у нас есть определенное количество контрольных пунктов электронных. Сейчас у нас 10. Они должны их взять независимо, то есть, ну, какие-то порядки.